Добрый день, вас приветствует DSSL News. И мы представляем вам наш специальный проект видеоинтервью с известными персонами рынка безопасности. Сейчас мы находимся на стенде компании «Безопасность». И я вам хочу представить Филиппова Дмитрия Леонидовича, известного специалиста учебного центра компании «Безопасность», автора многочисленных публикаций в отраслевой прессе. Хочу задать вам несколько вопросов, Дмитрий Леонидович, с вашего позволения. Мы все знаем компанию «Безопасность» как старейшую, известнейшую компанию нашего рынка. И всем интересно, а как же эта компания начинала? Что было интересного, когда компания стояла у истоков рынка? Расскажите нам, Дмитрий Леонидович. С удовольствием. Дело в том, что компания «Безопасность», обладая достаточно высоким техническим интеллектом своих сотрудников, ну, многие заканчивали физико-технический институт, с самого начала взяла курс на высокотехнологичное и высококачественное оборудование. Первым нашим партнером в области CCTV была компания Берл. Ну, у капиталистов часто случается, что они передают свой бизнес другому. Далее этот бизнес унаследовал Philips, а теперь Bosch. То есть линейка самого высокотехнологичного и самого высококачественного оборудования позволяла нам в наших проектах реализовывать повышенные требования для объектов высокой сложности, расположенных в сложных климатических условиях и технически сложных объектов. Целый ряд таких проектов был нами воплощен, и сейчас нашими партнерами являются и «Алмазы России», и «Росэнергоатом», и целый ряд других очень крупных компаний. Но не только Bosch является нашим брендом. Мы работаем и с другими компаниями. Вот, например, звуковое оборудование, которое здесь представлено на стенде, или досмотровое оборудование Smith Detection. Это, кстати, уникальное оборудование, только на нашем стенде представлено, позволяет производить деликатный досмотр авиапассажиров. Кроме того, если мы не находим на рынке необходимого по уровню оборудования, то мы делаем его сами. В компании «Безопасность» существует центр разработок, который позволяет нам оснащать наши проекты интерфейсными модулями, контроллерами. Ну, скажем, камеры во взрывобезопасном исполнении выпускаются компанией «Безопасность» уже более 6 лет. Также я хотел бы отметить учебный центр компании «Безопасность». Да, как раз я хотела вас поподробнее расспросить, а что нового сейчас происходит в ваших учебных центрах, которые известны своим высоким качеством подготовки специалистов отрасли безопасности? Учебный центр компании «Безопасность» оснащен великолепной лабораторией, где расположено топовое оборудование. Это и Гойт, и Брюк, и General Electric, и Bosch. То есть участники семинаров, проводимых в нашей компании, не только узнают азы техники, узнают некоторые особенности ее применения, но и практически приобретают навыки работы на этом самом топовом оборудовании. Кроме того, учебный центр компании «Безопасность» имеет уникальную возможность выдать сертификаты государственного образца, что чрезвычайно важно, ну, скажем, для программы обучения частных охранных предприятий, которая сейчас будет уже почти обязательной для этих предприятий. Ну, я думаю, что каждый, кто зайдет на страничку www.безопасность.ру, узнает гораздо больше и подробнее. А мы всегда рады будем, как и всегда, как и все эти 17 лет, мы отвечали на любые технические вопросы и, надеюсь, удовлетворяли технический интерес наших коллег. Да, спасибо вам, Дмитрий Леонидович, за интересный рассказ. С вами были DSSL News. До новых встреч. Спасибо вам.